Всем привет, друзья! С вами снова я, Марк. Для всех тех, кто очень долго ждал, мы снимаем вторую часть, сжигаем лего-наборы. Сейчас мы соберем набор из серии Слубан, пожарный вертолет, и набор серии лего, тоже пожарный вертолет, только тут еще есть контейнер у нас, который мы заберем себе. Вот, давайте их соберем, посмотрим на сами наборы, и потом переместимся на улицу. Собирать уже таймлэпс, видео. Первый пакет, второй пакет у Лего, и два пакета было у Слубана, говна. Вот этот первый пакет оставляем себе, так как здесь есть неплохие детали для дальнейших построек. Здесь типа контейнеры, стенки контейнеры и там всякие кубики и бочки. Мы оставим, соответственно, себе вот такую воду тоже, которую сбрасывает вертолет, оставим себе. Ну, а у того набора полностью все. Сожжем. Ну, погнали, пацаны собирают. Так, собрали мы наборы по пожарным вертолетам. Лего и Слубан. Вот как выглядит Лего вертолет. Наклейки мы клеить не стали, потому что, может, потом когда-нибудь они нам пригодятся. Посадили туда, естественно, человечка. Вот как выглядит Лего пожарный вертолет и Слубан. Пожарный вертолет, ну, это вообще, конечно, полный. Ценам у Лего еще плюс вот этот контейнер. Лего вышло 1400, а Слуба нам вышел 600 рублей. Ну, если без контейнера, разница, считай, можно сказать, в полтора раза. Ну, зато здесь еще и мотоцикл, три мини-фигурки. В Слубане тоже, по-моему, три мини-фигурки. Короче, давайте сразу переноситься на улицу и жечь их. Просто уже приехали все, кроме Максима, где он? Уже все, горелка уже, мы греем уже, да? Наборы готовы, собраны стоят. А смотрите какая, STI VRX, STI Subaru, сгущенка. А, сладкая. Вон он, едет уже. Напылил. Шапочком. Все, Макс приехал. Наборы все в сборе. Коробки здесь. Знаете, разбирается, кто будет первый палить, короче. Давай. Все установлено. Давайте. Даня, сначала. Как поставили? Да, да. А, ну я не знаю, как поставить. Сначала мы первый палим коробку вот эту. Птушка. Интересно, как же горит коробка? У тебя горелка китайская. А где есть вода? А, у нас все есть, огнетушители, все. А? У нас есть не замерзайка. Ты знаешь, что не замерзайка, это спирт. Ну, так я про это и говорю. Ну все, короче, коробка горит. Давай вот это. Перестань, да. Хватит, не нижний. Вот эту давайте. Да не надо ее полностью сжигать. Это, да. Теперь вот эту коробку. Коробки. Макс будет вертолет. Самое сложное. Да, сожги, давай, я держу. Давай мини-фигурки сюда. Вот, с этой
Сейчас, подожди, последний. Опа, его ветром. В любом случае, вообще, ни при каких обстоятельствах, не повторять это нигде, ни дома, ни на улице, это очень опасно. У нас есть огнетушители, мы это все потушим, все это уберем. И помните, я бы эти наборы никому бы не отдал, поэтому писать комментарии лучше бы мне отдал, зачем ты это делаешь, я их купил, что с ними хочу, то и делаю. Нет, зачем, я же не хотел пожарника сжигать. Нет! Видите, мы все потушили, сейчас все уберем. Сразу хотелось бы сказать, что если это видео за месяц набирает 2000 лайков, то мы вот этот набор, только новый, купим и разыграем в следующем видео. Ну, сразу после, как наберет 2000 лайков, это уже точно. Купим этот набор, он, в принципе, недорогой, и мы его разыграем. Поэтому давайте 2000 лайков, давайте много комментариев. Хипиш поднимаем! Так, друзья, это... обзор на вертолет Слубан. Вот как он у нас выглядит. В принципе, очень крутая комбинация деталей. Все очень четко дизайнеры подобрали. Теперь давайте посмотрим Лего вертолет пожарный. Вау! Вот это у нас, конечно, детализация идет. Какие цвета. Ну-ка, покрути, пожалуйста. Шикарно, шикарно. Мини-фигурка. Ну, жалко. Не надо было ее туда кидать, конечно. Но она сгорела. Да, она не сгорела.